Поздравления в адрес Нурсултана Назарбаева по случаю избрания президентом Казахстана продолжают поступать со всего мира. Сегодня телеграмму направила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТА Шамшат Ахтар. Она выразила уверенность в том, что лидерство Казахстана в таких ключевых областях, как энергетика и окружающая среда, будет развиваться и в будущем. Теплые слова и пожелания Нурсултану Назарбаеву также направил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, который подчеркнул, что Казахстан является самым важным партнером Европейского Союза в регионе. Поздравительная телеграмма поступила сегодня и от эмира государства Катар. Уверенность в том, что Астана и Лиссабон продолжат развивать сотрудничество, выразил президент Португалии Анибал Каваку Силва. С надеждой на дальнейшее партнерство выступает и король Марокко Мухаммед VI. Также сегодня свои пожелания и поздравления в Акурду направили президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства Испании Мариано Рахой и премьер-министр Индии Нарендра Моди.